Всем здорово, сегодня мы снимаем новый выпуск про Сэма Сулика. Кто не знает Сэма Сулика, загуглите. Сэм Сулек – это американский бодибилдер, ютуб-блогер и тиктокер. Его новая программа «На спину». Кто бы мог подумать? Будем проверять, работают ли новые упражнения эти на натуралах, таких как я. Кто не знает мини-пеку, поставьте лайк. У Сэма Сулика очень богатый опыт тренировки, очень много лет, поэтому он старается делать все изолированные упражнения. Сейчас я не заметил, чтобы он подтягивался. Тяга штанги в наклоне он тоже не делал, потому что... Нахожу это упражнение достаточно изматывающим. План тренировки такой. Тяга блока одной рукой, тяга блока к поясу, тяга блока к груди. Что-то новенькое, какая-то тяга будет на кроссовере. Я ни разу не делал. Потом заценить ебаный памп. Вставляем плечо. Сделаем еще подходик. Зампампило вообще офигенно. Может, я его даже буду использовать на постоянке. После разминочных подходов на канатах выберу тягу, которая больше понравится. Второе упражнение у него тяга к поясу. Он делал на блоке более изолированно. Я попробую здесь, потому что там все занято. Я тяги верхнего блока забил битку. Здесь она участвует. Сложнее тянуть на спину. Сейчас будет тяга верхнего блока. Попробую, как это после растяжки. Плюс тому же новое ощущение. Тренировка Сэма Сулика. Ощущается офигенно после растяжки тяга верхнего блока, но такое ощущение, что у меня правая рука сильнее, как будто здесь темно немножко вправо. Надеюсь, на нас никто не пожалуется. Почему я это сказал? Потому что в прошлый раз меня выгнали из моего тренажерного зала, который ближе всего к дому. Девушка-администратор увидела камеру, как обезьяна. У тебя камера, у тебя камера! Никого уже не смущает, что обычный телефон, какой-нибудь iPhone 15 Pro Max, снимает лучше, чем моя большая камера. Одну неделю назад! Всем здорово! Сегодня будем пробовать тренировку спины Сэма Сулика. Кто не знает, кто такой Сэм Сулик, наверное, вообще не занимается бодибилдингом. Вот идет эта админша, я ее замазал, чтобы потом не жаловалась. Запись видео, у вас должно быть разрешение. У вас есть разрешение? У вас должно быть разрешение. Вы должны упомянуть меня за 2 недели, чтобы вы могли записывать видео. Чтоб ты свою свадьбу в Макдональдсе отмечала. Сделаем еще что-нибудь на широчайшие. Я бы хотел, чтобы к этому тренажеру можно было присобачить еще, блин, 20-ку.
все не идет. Я на камеру рассказывал, как ощущается. Данная программа вообще мне очень нравится. Запампленность просто жесткая. Я еще всю программу не прошел. Короче, круто, что тренировка химика подходит к натуралу. Если ты это будешь вывозить, конечно, по установлению. Мне нравится тяга в наклоне, но вот с гантелями оно как-то не идет. Постоянно чувствую пресс. Ой, не, косы. Закончил это странное упражнение. Тренировка Сэма мне очень понравилась. Не сильно перегруженная. Я легко ее выполню. Посмотрим на восстановление. Мышцы очень сильно запампились. Прям после второго упражнения они уже запамплены были. Самое последнее, что в программе Сэма, это заценить ебаный памп. Отлично, давайте глянем результат. Заценим спину. Ух, вообще неплохо. Прям смотрите, как химик какой-то. Видно, Настя? Зацените спину, лайкосик заставьте. Все. Видос подошел к концу. Тренинг Сэма мне очень понравилось. Если вам тоже понравилось, ставим лайкос и подписываемся на канал. Если не знаете Сэма, загуглите. Если знаете мини-пеку, напишите, что он лох в комментариях. Я пошутил, он классный чел. Следующий видос будет тоже про тренировку Сэма с Улика. Только уже что-то другое. Возможно, ноги.